Дорогие друзья, аплодисменты как же. Я обычно делаю так. Если мне вдруг не нравятся аплодисменты, я ухожу, еще раз захожу. Давайте попробуем. Так получится. Очень хорошо, что софиты, потому что я не буду видеть вас, я буду вас только слышать. Ну что, дорогие друзья, мне выпала честь большая вести сегодняшнее мероприятие. Я надеюсь, что мы сегодня с вами хорошо время проведем. У нас такое очень камерное мероприятие. Мы тут все совсем не лишние. Наверное, многие друг друга знают. Тем не менее, конечно, некоторая официальная часть. И вот я хочу вам некое приветствие такое сказать. Дорогие друзья, сегодняшняя встреча и наш концерт посвящена тому, что один поэт назвал «Цветами жизни». Я вот тут заготовил небольшую шутку, потому что увидел много детей и подумал, что у нас такая целая клумба здесь сидит, да? Дорогие друзья, человек, он сам волен распоряжаться своей жизнью, своей свободой, своими ценностями, жизненными приоритетами какими-то. И, к сожалению, они не всегда направлены в правильное русло. И очень хорошо, что для многих людей все-таки основным жизненным ориентиром является евангельские ценности, как любовь и милосердие. Это очень важно. Дело в том, что этих людей вы из толпы никаким образом не сможете определить, потому что они выглядят так же, как мы, так же, как вы все, так же, как мы все. Вы их привыкли видеть на улице, по телевизору, не знаю, из окна машины, дома и так далее. Но есть что-то, что их отличает от общей массы. И вот, пожалуй, я бы сказал так. Эти люди, они для себя выбрали жизненным приоритетом и жизненной ценностью, самой главной, милосердие. И, что удивительно и парадоксально, для этих людей эти ценности стали профессией. Это очень странно, с одной стороны, потому что наш мир действительно такой очень быстрый, не самый, наверное, добрый. Но я абсолютно уверен, что вот мы сегодня здесь собрались с вами, и каждый отдаст небольшую часть себя и своего сердца, поделится этой теплотой. Люди, которые сегодня здесь собрались, я их не могу назвать всех по именам, потому что, в общем-то, я не знаю всех ваших имен. Но я знаю, что среди собравшихся, среди гостей есть и политики, и представители духовенства, и просто гости, участники, музыканты, актеры. Это очень хорошо, очень приятно, что действительно много людей остаются небезразличными к каким-то проблемам, к каким-то вопросам серьезным. Но прежде чем начать нашу такую, знаете, уже не официальную часть, а концертную часть, я бы хотел зачитать письмо, обращение протоиерея Артемия Владимирова, который, к сожалению, не смог сегодня здесь присутствовать, но он не смог проигнорировать никаким образом мероприятие и написал очень теплые и красивые слова. Давайте я их сейчас вам прочту. «Дорогие дети, родители и воспитатели, как нелегко сегодня оградить душу ребенка от мира, лежащего во зле. Сколько ума и труда должно приложить, чтобы создать необходимые условия для радостного и счастливого детства. Все, кто этим добросовестно занимаются, заслуживают наименования подвижников. Награда им прежде на земле, а потом на небе. На земле в чистоте помыслов и добрых стремлениях питомцев, в их телесной крепости и здоровье, в гармоничном раскрытии талантов и в правильном выборе подопечными своего призвания. А на небе в исполнении Христовых обетований, кто примет дитя мое, дитя во имя мое принимает меня, не пославший мне отца, подавший ученику чашу холодной воды во имя мое, не лишится своей награды. Матерь Божья, дай синить своим покровом всех тружников и детей, собравшихся сегодня на этот праздник». Очень теплые слова. Я надеюсь, что все их не только слышат, но и не только слушают, простите, но и слышат. А я хочу уже начать концертную часть, чтобы вы не скучали. На сцену я приглашаю очень красивую девушку, прекрасную певицу, Наталью Лернер. Надеюсь, что она тоже скажет какие-то добрые слова. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня выступать здесь для вас. Я желаю всем хорошего настроения. Песенка называется «Формула счастья».
Yeah.